черный бриллиант. День и ночь жизнь кипела в онлайне, каждый мог проявить свой талант. Это Зирус X5. Как феникс из пепла, наследник их здесь этих спять. Легенда вернулась, и каждый заметил их спять. Он как BMW, но все же покруче их спять. Дизайнерам что-то назначили Гуччи. Но Зирус в крови закипает, и растет число игроков. Весь опыт годов новый сервер впитает и избавит Warcraft от оков. Очередь перезагрузки, давай до свидания. Захотел поиграть, просто взял и вошел. Не пропустил в этот раз на РТС собрание. С друзьями в рейд с улыбкой пошел. Это Зирус X5. Как феникс из пепла, наследник их здесь этих спять. Легенда вернулась, и каждый заметил их спять. Он как BMW, но все же покруче их спять. Дизайнерам что-то назначили Гуччи. Это Зирус X5. Как феникс из пепла, наследник их здесь этих спять. Легенда вернулась, и каждый заметил их спять. Он как BMW, но все же покруче их спять. Дизайнерам что-то назначили Гуччи. Правда, вот картинка мне нифига не нравится. Сейчас попробуем сделать одну вещичку. Так, надеюсь, меня нормально слышно. Ну что? Так, поехали искать игру. Так. Ну, конечно, английский язык. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, сейчас это. На час-два. Какие-нибудь посидим.
они сдетонируют пукан. Ау! Блядь, сданул, блядь, по микрофону. Так. Интересно, я что-нибудь найду или нет? Или тысячных не... Да ёб твою мать. Да это, ну, это трэш, блин, понимаете? Это просто трэш. АР я не хочу. Потому что там рандом. Бы какой-нибудь АПТБ или XLTB какой-нибудь сыграл. Уже пофигу, как там оно выкрутит, закрутит. Но жизнь на арене такое себе. О, нашел, слотов нету. И на новой карте. Новые карты есть. Новые добавлены. А так, особо интересного там нет. Двое. Не, ну если бы девка какая-то была, я, может быть, и в девку бы сыграл. Я такой не сильно привередливый. Непривередливый. Сложно найти. СКЗ даже стримят. Вот как обычно у меня реклама, пиар. Даже в эту заходишь, и там тебя не пускают, потому что слотов нет. Написано, что на канале 239, но как будто они просто висят, и никто ничего не хостит. Ну, правда, с моим рангом 1000 поинтов. Мало что найдешь, конечно. Мало что найдешь, мало что сделаешь. Хоть СД давайте сыграем, если, конечно, меня хост честно кинет против себя. Ну, так и случилось, в принципе. Это локальный робот. Это какая-то... фигня. Ну, сейчас посмотрим, насколько у меня пукан начнет гореть. Если у меня начнет гореть, то это будет весело. Ну давайте сейчас поприколимся. Кент. Я забыл, что у меня английский. Так, что вы там писали? Дай химика. Огр, Луна и Олега. Ну, я бы Огра взял.
Так, 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 так. И кого мне взять? Кентавра не хочу. Аппарата тоже. И тролль еще есть к тому же, да? Не, хотя с другой стороны, учитывая, кого они взяли, у нас танка нету. Но с другой стороны, для лайфстиллера я теперь мясо. Кусок жирного мяса. Для этого. Ну, скажем так, для... Да. Для Гули я кусок вкусного диетического мяса. Ну, вот ты с ним сможешь стоять хотя бы. Чё ты психуешь? Чё я должен идти? Я мид не напрашивался. Меня никто не спрашивал, я и не напрашивался. Так. Контроль. Ф. Д. Т. Ф. Д. Т. Федот. Главное не путать Ф и Т. Хреном тут дадут прикурить, понимаешь? Медуза будет фармить, а мне туда подойти будет как-то такое все занятие. Может, хост говняшка, которая будет просто брать и закидывать свой этот купол. Да. Ну, нормально, нормально. Хорошо, когда медуза нормальная. Ну как-то так. Не умею играть на героя. Совсем забыл, что у меня это... микрофон еще, блин, у меня громко стоит. Ну дабл килл нормально. Нормально. Ну, мне надо дагер, конечно. Чтобы я мог просто врываться и давать стан. Так. Так. Не, ну вот у него, кстати, хорошая такая штука. Как бы да, а как бы не да. Потому что он, видишь, он тупит. Он мог бы сейчас дать на баллисту... свою штуку, это, а он не дает ее. Мне просто маны не хватает, и мне проще сейчас на дагер, конечно, копить. Там под выху главное не иди. Ну, видишь, качественно увел крипов за собой. А ты под выху подставляешься.
под выхлоп подставляться не надо. Хоть радует, что я там она уже не требуется. Не, я бы полез под выхлоп. Я бы подлез туда только в одном случае. Так, вот мне вот не хватает скорости, у меня сапога нету, но вот мне хочется все-таки накопить на этот. Мне хочется накопить все-таки на этот, на дагер. Опасно туда идти. Так, так, пошли, медуза, пошли. Не лезь на рожон. Я вот не ворвусь. Я пока сейчас на копилке. А эта скотина будет убегать. Буду взирать, а я дагер ищу. Мне нужен дагер. Сапог, конечно, мне тоже нужен, но лучше сразу дагер взять. Конечно, можно было еще сапог на реген хп взять. Зеленый. И тогда было бы нормально. Вот сейчас бы был бы дагер, сейчас бы влетел бы, дал бы стан, и потом ему еще на лицо сел бы. Вот скотина вот просто. Ну так вот как мне вот с ними играть? Вот просто как? Нет, просто сам факт стоит в том, что у нас мало того, что никто не ставит ничего. Пускай ее пиздят, пускай ее убивают, блядь. Пускай ее убивают, чё, блядь. Ну да, конечно, подбежала бы ты. Стан словила бы и на лицо я бы тебе сел. Мой бы топор на твое лицо бы сел бы и все. Но даже если я сейчас шестой возьму, не факт, что я успею разогнаться, прям вот так разогнаться как надо. Вот был бы дагер, да. Я бы сел бы, в принципе, топором ему. Так. Так.
Так, 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 так. Так. Я думал, что он ко мне сейчас подойдет. А он даже в лес не дернулся. Испугался. Ну я не знаю, если честно, вот. Ну я не знаю, почему вот такая фигня происходит. Я знаю, что дальше будет хуже. Дальше будет только хуже. Пока живем, потому что я чуть не то купил, блин. Опять этот бежит. Тупиган, бля. Вот так вот мне медуза помогает. Так. Ну и хрен его знает, если честно. Хрен его знает, да. Я просто пытаюсь понять, с кем я играю и с кем я не играю. Потому что... А, у нас еще и есть, и этот есть у нас, оказывается. У нас, оказывается, еще и это. Хуета есть, ясно. Ну, это вот повезло, что Огр пришел. Так, что сделать? А что это? Так. У меня маны пока нету. Но уже есть ингредиенты практически на кольцо. Генерация, чтоб немного была.
Спасибо, что не дал мне ману. Да, ты даже ее не коцнул. Да, естественно, дагер там. Вот дагер, вот она. Она там бегает и прыгает. Пока вы там ерзаете. Так. Да, гуля, 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 да. Вот там еще этот. Бля. Сука, ну с кем я играю? Так, ну что у нас тут есть из того? Статистику мне, конечно, подпортили. Так, что сейчас мне? Либо мне сейчас брать в ХП идти, Тараску брать или ВГ. Ну, ВГ даст мне 250 ХП, это хорошо. Так. Сейчас ХП начнет восстанавливаться. Но Гулю некому щемить. Потому что он сейчас включит вот эту байду. И все. У них везде варды стоят, понимаешь? А. И дагер. Так. Смогу нарваться на Гулю. Так. Эх, хрен его знает, что здесь можно придумать и что можно сделать. Ты думаешь, я куда-то пойду? Там Гуля фармит, и ему все равно, блин, его никто не щемит, у нас ни одного ворота. О! Братан! Иди сюда, родная. Ага. Ну, блядь, ну тут без вариантов. Тут еще и ВГ, и вот это все.
Наверное, медуза у нас улетает, как обычно, да? Ну, блин, я хз, там и медас есть, и этот еще развивается. А химик у нас то ли фармит, то ли не фармит, непонятно просто. Ну, непонятно, чем он там занимается. Варды просто стоят, поэтому у нас немного выпаливают. А, огр все-таки варды начал ставить. Так. Я не знаю, если честно, да, как тут мы собираемся выкутываться, потому что у меня пока, меня мое хп не радует. Особенно, когда еще тут вот эти сасные штуки происходят. На. Так, мне надо сейчас выфармить себе БМ. Чтоб можно было залетать, включать БМ и бейте меня все семеро. И будет нормально. Что-то выжил. Что-то живой такой. Так. Ну, я фиг его знает, если честно. Ну да, там Лина нормально, и этот синий. Мальчишка файлит. Так, это я купил, теперь можно врываться при желании. Я не думаю, что там прям все захотят ворваться. А-а-а! Вот же блядина. Буду орать, что ты не готов. Демон Кантер, вот засада. Ты же горишь и да.
Так, 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 так. Ну я фиг его знает, честно, да, с одной. Ну, химик, да, нормально фармится, это уже хорошо. С другой стороны, обидно мне то, что мне придется сейчас немного дофармливать. Немного придется дофармливать. Так, ты, может быть, не будешь туда лезть вот так вот в наглую? Ну, как-то пофигу. А вот Магини, да. Магини, да. Магини плохо. Так, ну что мы тут еще имеем? Имеем такую фигню, что... Да, химику весело. Химику весело, да. Так. А, Старбой еще и... Так, ну вот странно, что синий этот ливнул. Так, ну вот в этой катке повезло тем, что один в АФК ушел. Плюс химику дали качу. И поэтому нам немножко в этом плане повезло. Но я ж не буду слоу хп лезть. Так. Так, так. Так, ну. Прибивал, а его все-таки прибивали, да. Ну, просто такое, такое себе, да. Мы, получается, да, можем и так, но сам факт. Опять эта бледина.
со своей ультой. Может, кимику поможете, не? Вот мне вот как бы надо сейчас вот найти силы и способ, да? Найти силы и способ. Чтобы каким-то образом... Каким-то образом, непостижимым, наверное, или непостижимым, я не знаю. Вот так нормально будет, меня видно или нет? А, тут вообще голова, да. Голова моя, голова, да. Так. Я просто думаю, что... В Ангварде мне, конечно, будет... Ну, мне, по-моему, проще тут в этой ситуации. Наверное, пайп варить, вот этот. Но начать надо именно с этой пайды, которая у кого там продается. Вот она, я нашел ее. Химка, долбанули, так. Так, кольцо ринга мне надо, да? И потом 1200. Короче, мне сейчас надо 1200 эту как-то насобирать. Вот называется, я вот от... Я отвернулся, отвлекнулся, блин, вас минус 3 сделали. И плюс еще Магину сейчас там преследуют. Пока вы там резнитесь, лучше, блин, тут в лесу мне побыть немного. Так. Так. Так, вот у меня как раз таки есть сейчас 700 и 550. То есть я сейчас беру тогда, покупаю, бля, покупаю, короче, вот это, два кольца. Вот это то, что я сейчас покупаю. И после этого надо будет, вот нахрен вы лезете, вот вы мне скажите. Вот нафига вы лезете, когда не стоит вообще лезть? Вот я тут, понимаете, хочу выфармиться. Рошана мы не будем трогать, я насколько понял. Элхимику тоже он Рошане нужен. Я его не убью. Я его не убью, к сожалению. А алхимик вот, блин, лезет непонятно куда. А, Гули убежал. Гули... Ясно. Мы так можем проиграть, вот понимаешь? Не то чтобы я накаркал, просто у нас алхимик, блять, ведет такую вещь под названием пиздец. Но вот, как она вот выформила так быстро, на одних киллах навряд ли она бы столько выформила.
Фахим, ты будешь, блин, что-нибудь делать, вот ты мне скажи. А, лишился. Интересно, вместо чего ты себе это заберешь? Так. Но мне вообще не хочется идти, потому что у меня сейчас регенка будет идти долго. Но. Давай, дерись. Дерись. Дерись, скотина, дерись. Угу, 37-27. Ну, тут понимаешь, в чем дело. У них в основном они втроем играют, у них больше голды получается. Да я просто не знаю, вот что тут можно еще сказать на этот счет. Потому что стоит вопрос в том, что я не знаю вообще. Вроде все нормально было, а сейчас у нас как-то все не могут нормально сплотиться и что-то сделать просто. Как будто вроде как играем, а вроде как и не играем. И это вот такая дилемма, скажем так, у нас. В неопределенности. Я хз, понимаешь, у меня это вроде есть вот это, но что мне надо для улучшения, мне нужно еще 1400 собрать для улучшения. И 1400 это у нас будет нормально прям. Прям нормально, прям так надо. Только у нас вот опять хук на лету и все. Так, ну этого забрали, молодцы. Далеко не уйдешь, к сожалению. Так. Как бы, да. Вардами без вардов, разница. Вардами без.
меня почти есть 1000. Куда-то там полез, вообще непонятно куда. На куда. Так, это мне надо сейчас. Так, это мне надо сейчас что? Это мне надо сейчас взять вот это, потом вот это. И что там еще надо мне для этого? Так. МП нет у него, ну да. Да фиг его знает, что тут лучше собрать. Решили с двух сторон идти. Раской. Если у него линка, тогда понятно. Нет, у него линки нету, да. Нафиг его знал. Рапира. Вот
То есть я, получается, 45 минут играл ради 50 очков. И сколько бы их бы забрало, непонятно. Но здесь совпало так, что Мипа ливнул после 1-2 и 0-3 от... После 1-2 и 0-3 от меня, да. То есть я больше всех кошмарил Мипана. Тут 1-1-1-1. Ну и понятное дело, что вот даже, короче, да, Лина оказалась очень сильной. Поэтому она даже не вышла, чтобы рапиру потерять. Ну, выблинок, да. Потому что вот меня кошмарило. С другими по ничью, с этим вообще сталкивался, но не прибивал его. Но она всех кошмарила. 0-4, 1-5, да. На всех кошмарил, только химика меньше кошмарил. Ай, блин. Такой футбольный счет, да. Ну, я думаю насчет того, что... Так, ну я не знаю. Не знаю, да. Ну, в принципе, да, да. Хрен его знает. Я как понимаю, можно вот это вот не писать. Потому что первая игра была. 6-8-9. Так, ладно. Спасибо всем, кто был. Молчунам, не молчунам, короче, молчунам. Преимущественно молчунам же, да? И до новых скорых встреч. Всех обнял, приподнял, обнял. Ну и, как всегда, встретимся на стримах с вами. До новых приятных
и волнительных стримов. Блядь. Да, как Дебало. Жест, как у Дебало, блядь. До новых встреч. Пока. Если нужен донат именно по CP, ну, CP Coin Code Mobile, по колде, Warzone Mobile, ссылочки в описании. Надежный продавец, могу его рекомендовать. И до новых встреч на моем канале. Пока.